Горнодобывающий комплекс «Верхнемунская» остановил работу до октября текущего года. Алмазы с низкой стоимостью дорого обходятся в добыче. Чтобы избежать скопления низколиквидных остатков, компания приняла решение приостановить трудовой процесс. Промышленный участок законсервируют к июню. Часть работников переведут в другие цеха комбината, часть отправят в простой. Перевозка добытой руды возобновится в декабре 2020 года и продлится до 1 мая 2021. Сегодня служба управления персоналом компании разрабатывает программу и условия простоя для сотрудников.